И возвращаясь к теме дня, журналистика Сыргели известна своим вкладом в становление и развитие отечественной журналистики. В области на сегодня 149 средств массовой информации. Старейшее издание областной газеты «Сырбоя» 1 июля отмечает свое 95-летие. Первый номер газеты вышел в свет 1 июля 1929 года. В ее становление внесли огромную лепту классики казахской литературы Аскар Токмагомбетов, Абдельда Тажибаев. Здесь оставили свой почерк такие маститы журналисты, как Нурдида Уалиев, Комшабай Сюеныш, Казидан Абаев, Аскербек Архамбекула, Жаксылык Рахматулла и многие другие. Сегодня их дело достойно продолжают ученики. Как бы с приходом интернета не меняла жизнь, газеты не стали анахронизмом. Это показывает мировой опыт. В недавнем своем выступлении президент страны также подчеркнул, что процесс выпуска газет и культура их чтения никогда не должны прерываться. Издание за эти без малого 100 лет стало летописью развития области, ее рупором, и оно продолжает свою ответственную миссию. Издание, которое отражает жизнедеятельность региона, пользуется неизменной популярностью среди читателей. Я пришел в газету в 1998 году. За эти годы прошел большую школу. Многому научился от старших коллег. Традиции продолжаются. Сегодня уже сами помогаем молодым журналистам. И пожелтевшие от времени подшивки газеты и нынешний ее курс говорят о том, что издание никогда не гонялось за сенсациями дешевой славы. Творческий состав обновляется, но принципы наши неизменны. Актуальность, востребованность, аналитика, объективность.